Сегодня происходят шестые традиционные осенние стрельбы. Приехало людей еще больше, чем в прошлый раз. На этот раз у нас два кубковых зачета среди MC и среди MCC, сообществ и прочих клубов не формата MC. Для того, чтобы как можно больше людей смогли уехать с кубками. То есть в прошлый раз у нас было 3 кубка, сейчас у нас 6 кубков. В следующий раз, может быть, будет 9, если еще что-нибудь придумаем. Ну и, само собой, личный зачет, детский зачет, мужской зачет, женский зачет. Так что как можно больше людей смогут уехать с наградами. Наушники все одеваем, заряжай, по готовности огонь. Люди приходят, стреляют, а в турнирной таблице не отстрелявшихся не уменьшается. То есть приходит больше, чем отстреливается. Я надеюсь, еще часа за 2 справимся. Детей человек 6, в этот раз женщин человек 10 уже зарегистрировалось, и мужчин там немерено. Но учитывая, что у нас можно еще и отстрелявшись в клубном зачете, отдельно в личном стреляться, то я думаю, что награждать будем много. Традиционно из раза в раз, как правило, у нас уже есть люди, которые мы знаем, что стреляют хорошо, они приезжают, они подтверждают свои медали, с которыми жили в прошлый раз. Некоторые люди готовятся заранее, приезжают, лучшие результаты показывают. Ну, в среднем улучшается. С каждым годом народу прибывает все больше и больше. И мало того, результаты по стрельбе уже, я смотрю по компьютеру Анатольевича, то есть там уже переваливают за 90 и даже ближе к 100. То есть результаты по стрельбе улучшаются. То есть народ начал стрелять лучше. В этот раз у нас 10 зачетных выстрелов. Соответственно, градация до 100 баллов. Уже есть человек, который 96 набил, из них 7 десяток. Это сенатор из дружины Люберецкой. Вот, пока что его еще никто не перестрелял. Подождем. Ну, МС 6 или 7. Клубов формата МСС, наверное, где-то клубов 8 или 7. Ну, много. Ну, я не слышал, что были разговоры, что МС-клубы стали милитаризованными. Как бы в МС всегда люди умели стрелять. Как бы ничего не поменялось, не поменяется. Ну, просто люди, которые стремятся там, к какой-то формации, они, как правило, там часто военные, часто охотники. Ну и среди мужчин вообще, в принципе, стрелков-то много. Стрелять-то нормально, это надо уметь. Раньше ведь еще в школе даже учили, а сейчас только противогаз одевают. Это, мне кажется, неправильно. Стрелять нужно уметь. Это как минимум спорт. Это интересно, полезно, приятно. По тарелкам, по мишеням. Там кто-то на охоту ходит за утками. Ну, я как в том году говорил, возможно, рассматриваем выезд уже на открытую площадку, типа стрельбище. Отрублено хорошее стрельбище. Может быть, пострелять из двухствольных ружей. Можно стрелять по движущимся целям, можно также по мишеням. То есть все в разных нормативах. Но это уже совсем другой формат. Еще над этим работаем пока. Прям в центр вокруг. Блин, так просто все это снимается.